привет, скажешь просто привет. Он мокрый сидит, я тоже. Мы только после душа, да, Коста? Мы едем по делам. Сегодня у нас целый день дела. Волосы мокрые, не расчесанные. Тут чуть-чуть подсохли. Всем привет. Кост, хватит играться. Посмотри сюда. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Не забудьте поставить колокольчик, чтобы он у вас звенел, когда приходит наше видео, да, Коста? Так что ли он звенит, Кост, так, да? Ладно. А мы по делам. Если хотите, с нами поехали. Все-все-все. Всем снова приветики. Мы едем сегодня, у нас дело целая куча. Нам надо в банк заплатить за налоги, за машину. Приехали делать. У машины есть сзади такая труба выхлопная, и нам надо измерить, сколько выбрасывает наша машина КК. Вот, выхлопных газов. Каждый год мы такой проходим, и в карточку нам ставят печать. Без этой карточки здесь, без этого штуки, без этой... Нельзя ездить в Греции местным машинам. Вот. Сейчас здесь вот Вайс сделает это дело. Вы уже все видели, не сто раз, конечно, несколько раз видели эту мастерскую. Здесь у него друг работает. Вот. И потом мы едем в банк, потом едем на кладбище. У нас такая процедура здесь в Греции есть. Вынимание косточек из могилы. И складывать их надо в коробочку. И потом каждому здесь называется, как я не знаю, как оно точно называется, такое здание на каждом кладбище. Туда складывают эти коробочки, и они лежат на полочках. И могилки освобождаются для других людей, потому что в Греции нету места хранить столько, сколько у нас, например, в России. Вот, такие вот дела. И нам надо, у нас уже сроки поджимают, и надо... косточки бабушки короче, это рабочий такой работник делает такие вещи на кладбище, вынимает, открывает могилу и все это делает. Конечно, это неприятно, это тяжело, это пережить надо, но это необходимо. Каждый грек проходит такое вот со своими мамами, папами, родственниками, там, или братьями, сестрами, у кого как, по-разному. И нам надо вот это вот дело сделать. И мы едем сейчас, тоже поедем в деревню, нам надо закрыть встречу с этим работником, купить ящичек такой специальный для косточек. Вот такие вот дела. И когда еще мама была жива, она приготовила для себя, чтобы ее хранили в этих простынях, там, подушечка, там, все. И мы эти... Этот мужчина, который делает эти дела, вот моет, да, косточки, сказал, чтобы мы привезли какие-то тряпочки, чтобы обмывать, все это делать. И вот эти вот у нас так и остались, мы не похоронили ее с этими простынями. И вот эти простыни мы сложим в эту коробочку и оставим ее там уже навечно. Все рассказал вам подробно, ну, чтобы не было вопросов, а потом опять зададут вопросов. Ты? Тоже на то фьяхне, да, да, все взял. Ты фьяхшил на фуксер там, а ты не кашер, а то ты вгази. А фото модель, ты вгази. А, да, да, так плируши, соло? А, молись, 10 евро заплатил Вайс. Поехали. Вот. И все, поставил печать, там через компьютер все идет, отметил, чтобы, не дай бог, трапеза, да, трапеза это банк. И мы едем в банк заплатить налоги и спать спокойно. Вот, сегодня принесла его племянница, она работает, как сказать, делает декларации здесь, и в этот, у нее СЭС. И она делает поп-стоп. Фонопамы. А пуки. Пуки калитри гэти. Да. Ама блекис εδώ στην δρόμο και στη στενά. Μπορεί να γυρίσει μια ώρα μέχρι να πεις. Γιατί, μπορεί να πάμε εκεί να γυρίζουμε. Από το περιφερειακό. Α, άδεια την τράπεζα. Από τη Λαρίσης, ναι. Από εδώ τώρα. Πιο εύκολα δεν είναι. Α, δεν ξέρω. Η μένα δεν με πειράζει. Και από εδώ και από εκεί. Он говорит, откуда лучше ехать, отсюда или оттуда? Я говорю, мне все равно, и оттуда, и отсюда можно ехать. Вот,
у меня телефон был без батарейки, загружается батарейка. Сегодня встала, думала, вам видео начну делать, и нифига. Батареи нет на телефоне, и подгружается. Сейчас у меня телефон здесь. Вот такие вот делишечки. Купили мы две кровати, я вам уже сказала. Нам надо их везти в деревню. Целую кучу дел. Смотрите, какие цветы здесь цветут красивые. Такой куст обалденный, как невеста. Такой красивый, обалденный, красивый куст. Вот такие вот красотки. Они так вкусно пахнут. Вот такая вот красота вот такая вот здесь. Ой, чуть я наступила. Иду и не вижу, на что наступляю. Смотрите, как красиво. Ой, вообще красиво. Пусть все. Банки дела сделали. Заплатили налоги, будем спать спокойно. Вот. Мою уже в машину учесали. А я тут вам кусты снимаю. Такая вот. Теперь мы едем в деревню. Опа, вставили но их и пьёпули в одну шапты волу. Здесь вообще жарко в деревне. Волос. Нам не волос надо, нам на кладбище надо. Эклиси фурну я. Трис в дума десады я туда. Не трис? Трис в дума десна. А, я что деньги кипсу? Не, не, да не кипсу я тоже. На, пуляки. Пеларгос. Пеларгос. Ох, не видно. Мы едем на кладбище. Эхис, эху пендейбру. Короче, приехали мы в деревню. Ой, в деревню. Фу, у меня уже голова не варит, девочки. Мозги сварились. И так вареные были, еще доварились, короче, мои мозги. Приехали на кладбище. Я из машины не вылазю. Жара неимоверная жара. Дин, доел мороженое. Костас прохлаждается с мороженым. И мой двоюродный братишечка подфартил мороженое. Эх, слегка. Вот. Такие вот дела. Дома там новые. А здесь деревня. Уф, а? Пили у Ника. Сладкая. Ник это пельменник боится. Коста, надо тебе эти самые салфетки. Салфетки. Вот. Иди вытирайся, Коста. Сладкого. И это самое. Сейчас я поем. Вон какие вкусные. Там еще другие есть, в другой коробочке. Большую коробку не стали брать, потому что в этот не влазит в холодильник. Больше... Ауч! Ух, кусачки! Кто-то кусается. Будешь, нет, Кост? Нет. Буду не я. Будешь? Я буду. Вот такой вот съем. А что это букалеки, шуста? Не знаю, наверное. Его нету, вала шуста. Так же. Я буду кушать. Мне приятного аппетита всем. Вона стегнокшены камени. За эти дни все горы повысыхали. Дождя нет уже неделю. Я в дума до кривож. Дефтера телефтея в рейхи были. Этен денене. Телефтея в рейхи и тен дефтера. В рухи. В рухи. Ну, неделю уже ничего не льется у нас в этом в дождливом виде. Жара стоит 34 градуса здесь. И мы едем в Ларису, в Икея и Лерой Мерлин. Посмотрите, надо кое-что. Ну, кое-что и купить, и посмотреть. Записать, сколько стоит. Вот так вот. Нам только кататься. Время 2 часа 17 минут. И в тенький удош. Влепишь на кепану. Оп, сукин терпанды. Ифникио Дож, это центральная дорога по-гречески называется. Охи, охи. Прохора. Волос. Волос. Лариса Ризоми. Лариса Ризоми, Роми с Фелеме. Охи. Кату Дромус, на. И до Дио Ифники, а в той до Като и Кито Апану Ифники. Эми с Аристера стрибу. Аристера Пагиафина. Сега на мене не Афина. Сега на мене
Είμαι στρίβομαι και ραφίνα. Ναι, νομίζω κάτι από τη γιάτσα πρέπει να περάσω. Εδώ, όχι. Πολλές λάρισα βλέπεις. Πινακίδα. Το στρίβεις τώρα, πρόσεξε εδώ. Γιατί και εδώ, εθνική, πρόσεξε που πας. Προχωράς, εντάξει. Поехали, все, мы поедем в Арису. Поехали, да. Клишаны, и кислый дром, если кислый дром. Ох, ты кануть, да? Ты кануть. Дромус, капу, не мас, пирай, зарки на нихтос. Мы пошли, да, на валом диодия. Ты кануть, да, да на финут на пиранамы, да, лады. Что-то дорогу делают, что ли, здесь тоже. На ревма, че на нихто. Ну, вебе, фу, эркунде, нам, лепши фортига, эркунде, кати, эркунде. Стривен, канут, фяхнут. Γιατί είναι πολύ χαλασμένη η δρόμο, ήταν εδώ. Πού πάμε τώρα, ευθεία. Ευθεία. Νομίζω θα το ρωτήσω. Κύκλο εδώ, φτιάχνουν. Πού να πάμε. Ναι. Сделали круглую дорогу здесь. Делают, видите? Здесь сейчас везде делают круглую дорогу, потому что, чтобы люди не стояли на перекрестках. Я. Ручками вам машут. Ай. Видишь, что я камеру снимаю, на их Никиту, да, Эки. О, как ты фьяхнул на Никиту. Да, Никиклюс. Да. Урео. Видите, дорогу делают новую. Киастери, киапумеса, лепишь? Фаласио Астери. Так, что да. Морскую звезду там сделали. Потом, когда поедем, еще раз покажу вам. Все, пама. Все, нам дорога прямая до Ларисы. Поехали. Для тех, кто ездит вот на такой заправке, сотка 1 евро 628 центов. Это 1 евро 65 центов получается за литр. Это вам 10 литров надо заправить. 16,50 где-то примерно заплатите. Так что вот так. Видите, у него греческий флаг висит. Вот, видите, деревня. Мы становились в деревне заправляться. Деревенский бензинадик. Деревенская бензоправка. На, беги, ики. Фели наши кошки. Фели наши кошки. Опа, трава. Трава, дизон, дэкс? На, дэкс. Это мозг, а нева? Ремень застрял у него в вашем полукаске. Убери вот эту штучку. Куваз кунда и не коста. Все, и пошу плерус. Саранда? Пошу тезвани. 40 евро заплатили. Сейчас нам хватит и до дому, и обратно, и прокатиться, и прогуляться, и все остальное. Памы, поехали. Памы, поехали. Играем в игру. Магиса, Магиса, ты Магиревис. И она говорит, какую... На, сюда. Она говорит, какую еду на... Диплоши до еды, да, прохора. И, короче, тебе нравится, если да, ты проходишь. А если тебе не нравится, да, стоишь. На, иду. Внимательный паркинг. Ба, сегодня мы в респаркинг. Иду и на эти, да. На, когда ты не стрибишься, да? Я их паркинг, да, он, да. И, так, дальше. Магиса, Магиса, это... Ты Магиревис. Играем, сидим. Вот, приехали. Автоматикес. Встали. Приехали. Автоматикес зоны с Анигунде. Опа, Костас открыл нам эти самые замки. Листу Оли Бортес. И сумку дал мне бегом. Нет. Оставь его в Фиджуре. Все, пойдемте. Просто я как пойду об ты зебра. А я иду прямо по дороге. А Костас у меня правильный. И ваш тоже правильный. Ах. Никого нету в Икее. Никаких выставочных ничего нету. У нас кто сейчас начался? Зебра. На, ты зебра, да. Вот у тебя зебра. У него мне говорит, смотри, зебра тоже. Вот. Пуп-пуп, жарко. Мы тут сели покушали, взяли салата. А когда берешь вот эти штучки, салат один в подарок идет, и один напиток в подарок идет. Сегодня такая прошфура называется здесь в Греции. Подарочная. И что делать теперь с этими салатами, я не знаю.
Мы его отдадим Вайсу. Он любит такие салаты, пускай лопает. А этот мы сейчас заправим и будем с Костасом и с Вайсом все вместе кушать. Вот, и Костас взял свои, видите? Тоже. А Вайс взял рыбку, шоломош. И там с этими, с овощами. Вот такие вот дела. Так что вот так. Ну-ка, муха, уходи. Нечем тебе здесь делать. Картошку. Да, съедим картошечку. Оп. Вкусняшка. Все, увидимся. О, она псиктыка. И сена. И что кало, мига. Лена Кацвики. Баба, прибора. Иди каца пуки. Муха летает здесь. Че ты убираешь с подноса? Папочке отдай хлеб его. Возьми вилку. Будем кушать. Здесь еще даже маслечко идет. Сейчас мы будем. Все, тут какая нехорошая муха пристала к нам. Мы тут закупились на 100 с лишним евро. Коша плерусис, като евро? 110 евро. И кушаем все мороженое. Костас там сидит. Детей нельзя показывать. Вайс, я здесь сижу. Мороженое кушаем. Смотрите, какое вкусное. Наша тележка стоит там. Мы отдыхаем. Вайс говорит, соседка здесь гуляет. Вон. Я говорю, какая? Да вон та, говорит. Не буду говорить, не буду показывать. А здесь мультики и реклама. Вышли из магазина, там так прохладно было, а здесь жара несусветная. Там-ка, не пишу. Машин целая куча, приехали после нас. Мы подъезжали, было народу мало. А сейчас машин приехало очень много. Просекс, Ты в Рустайне? Вот, очень много подъехало потом люди. Мы сейчас едем в Леруа Мерлен. Вот такие вот дела. И в те, да, не, такие. Кита, только что мы ту хартии не... Так провела чуть-чуть по бумаге, и его разрезала палец себе. И так, главное, этого самого. Нисколько не больно, а вот прям как шикотит, что ли, как сказать. Да, Феля. Аста. Пойдем сейчас вот сюда. Леро Мерлин. Здесь маршрутис Леро Мерлин. Джамбо на пати, на? Экшудепшта лифтасас. Тратите деньги свои. Поехали. Исключил температуру 37 градусов. Обалдеть, время 6 часов 18 минут. Фу-ф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 у. Лерой, генис у нас? Да. Горьмы за пути. Ой-ой, да. Показываю ему пальцем, куда ехать, а он не... Он в другую сторону собирается ехать. Вот елки зеленые. Елки зеленые, на. Ворота зеленые. Они елки зеленые. Ну, так едешь, едешь, и тут заезжаешь. Лито. Лито это для... Иду. Ну, пама, пуки. Ой, пама. Лито это для самых маленьких новорожденных магазин. Ого, я их пуляю до автокинта. Да, это хурам. А, хурам, хурам. Мона, да не, не. Иду, ишь. Сталолудья. Опа. Сталолудья это... К цветочкам, к цветочкам. Опа! Прям мене. Бамталулудья, конечно. Сделал. Уперся прям, стукнул цветочки, стукнулся. Все, пойдемте дальше. Мы покушали, сейчас посидели, мороженое поели. Ну, прям вот уперся в цветочки. Ну, цветочный какой-то, папочка наш. Смотрите, как красиво здесь. У нас красивые цветочки какие. Обалдеть. Ну и как пахнет вкусно. И музыка играет. Там снимать нельзя будет. YouTube забанит. Вот такие вот дела. Ну ничего. Посмотрите все, что я купила. Потом в покупках.
Να το μαθές, γιατί όλο το μυαλό και πηγαίνει το χέρι. Όπως πάνω πάνω. Εντάξει. Короче, все, мы едем до дома. Время 8 часов 14 минут. Увидите, что мы купили в видео. И уже садится солнце. Сейчас будет глаза светить. Да, вот прям вот глаза светят, смотрите. И вы тоже смотрите. Дексия, ваем. Дексия это право. Дексия, мальчик. А рестера это лево. Ифтия. Ифтия. Прямо. Дексия, я трак. Дексия трак. Ифтия это прямо. Дексия это лево, арестера это право. Ой, фу, лево. Арестера это лево. Дексия это право, ифтия это вперед. Дедраки, да, Катя Ивановна. Стоп, стоп, эхи, стоп. Пама. Пама, γιατί δεν ξέρω πού πηγαίνουν αυτοί. Στρίβι. Αυτό που θέλω, παρακαλώ. Πού πηγαίνει αυτό το μέρος. Άσκαμ γλάζα, Λάρισο, вам покажу. Κόμπους. Γι' αυτό τρέχει, αυτό τι κάνουμε στον κόμπο. Οπα. Εδώ πρέπει να είσαι, ναι, να τρέξεις. Αφήνεις αυτό. Αφήνω, αφήνω, αφήνω. Και μηχανάκι το αφήνεις. Τώρα τρέχει. Βάλε τη ζώνη για να μας πιάσει κανένας. Βάλουμε. Да, в Греции не забывайте одевать ремни безопасности. Обязательно. Если дети маленькие, обязательно детское место. Стульчик, ну, это как бы кресло детское. Не забывайте. В Греции это видят. И могут остановить. Штраф большой. Νομίζω φτάσαμε να στρέψουμε δεξιά ή κάνω λάθος. Ναι. Все, мы сейчас выезжаем уже на Вуловскую. На Вуловскую дорогу, красивая церковь вот такая. Ой! Вон, видите, Волос. Салоники прямо. Катерине прямо. Казани, Кузани прямо. И в центр направо, налево. Кому налево, а кому направо. Все, поехали. Мы затарились. 8 часов 55 минут. За 15 минут мы купили молока и хлеба. Ой, мне комары кусают. Все, мы заехали, был очень человек 10, наверное, стояла машина. Сейчас ни одной машины. Все умотали. Вот только стоят три здесь. Ну, наверное, это продавцов машинки. Лариса. С Ларисы номера. Точно. Никого нету. Иду с тривишки. Дексия. Дексия право. Я ты пали нам пасты Лариса. Мы заехали не туда. Я и потом ему говорю, заворачивай, он не завернул. Не буду говорить, ты мне не на ту дорогу вывезла. Я говорю, ну ладно. И проехали опять. И не аура, или парапенды. Парапенды это... Парапенды без пяти, короче. Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду! Пупасы! Здесь поворот разгонялся. Разогнался. Разогнался. Я говорю, ты куда поехал? Здесь выворачивай. Это мялохи моноколокери. Одни мозги зимой и летом. Китим я локалитеровин. Видите, как этот закат у нас. Мы едем домой. Молодец. Браво. Иду по Анне Салоники, Ламия, Афина. Иду, иду. Кифники удобно. Кифники удобно. Иду, а сами мы не будем играть. И в ты, я влепите. Вон, Волос. Прямо. Просекси фонари, просекси фонари. Έχω προτεραιότητα νομίζω. Ναι, 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 έχεις, έχεις, έχεις. Αυτός περιμένει, αυτός πάει στη Λαμία. Εντάξει, καλά. Вот здесь будете выезжать, вот эта дорога, выезжаете то же самое. О, туристы, видите, едут. Фонари, εντάξει. Πράσινο, βλέπω. Ναι, ναι, πράσινο.
Здесь выезжаете с это с трассы и едете сюда в волос. Опа, будь греко кому тоже. Не, не, мы конечно опа, мутрумажеш. Не, если у нас опа, я тоже рубаси. А, о, сразу защитник какой, просекся. Свалю страх. А, аж перенаешься в дом. Не, если у нас опа, тромажеш перестутра на баба, пиди на дигу. Не, опа, слепи, вевес. Мутрумажете то на дигу. Ты, говорит, когда говоришь опа, папа тоже, говорит, пугается. И я тоже пугаюсь, когда он кричит опа. Ох. Мы такие два здесь водилы сидим, прямо аж деваться некуда. Все, нам до волоса прямая дорога. А вам поставить лайки, написать комментарии. Вам ища волос. Волос, ища волос, прямо волос. Ища волос, прямо волос. Вот. Так, написать. Тут, и тут не фьяхну типа. А это не стиляется. Не. Он меня все перебивает. Написать комментарий, поставить лайк, поставить колокольчик. Не забудьте, чтобы мои видео приходили к вам в первую очередь. И вы были первыми моими зрителями. Нам это очень приятно. Всем пока и увидимся. Если что-то будет еще интересно, я вам сниму. Ну, уже ночью, и, наверное, что-нибудь увидим.